Всем привет, всем привет! Вы снова на нашем канале Лученко Family Food. Сегодня мы Лученко. В полном составе. Авигей, Артём и Яна, как всегда, с вами. И у нас роллы! И у нас роллы! И мороженое Рафаэлло, и Ферреро Роше, какая-то новинка. И мы ее пробуем. А роллы у нас, посмотрите, взяли тоже новинку. Какие-то разноцветные роллы. И вот здесь вот обратите, два таких маленьких пирожина Моти. Это уже не мороженое, а это прям пирожные. Вот они. Мы их тоже попробуем. А еще есть перчики с... не знаю, что. И бобы, и новые палочки мы купили. Такие купила. Стильные, красивые. У тебя хорошо получается покупать. Угу. Давай это. Могу я перец за этот. Сою организую. Ну что, голодные мы. Смотрите, сколько рыбки здесь. Мы за этими роллами ездили в другой город. Я уже не хочу. Бобы не понравились? Нет, так, что у нас тут? Надо на тебя вилку дать. Ролл шейринг. Ну, что такое? Что? Так, эти палки мне еще прилетят. Так, смотрите, вот такое возьму какое-то. Не знаю, что это внутри, смотрите. С каким-то соусом. Подойдите чуть ближе к папе. Рис на кашу похож. Да. А эти острые, они тоже вкуснее. У них вот этот соус. В тему, но они островатые. Как те со скрытым. Но они прям вообще нормальные, такие острые. Видите? Угу. Посмотрим. Посмотрим. Ездили мы в Ганновер, короче. А не, мы сначала поехали в другую фамилу, в Эдзе. Подъехали, посмотрели, что она маленькая, помыли стекла и развернулись, поехали в Ганновер. Уже в проверенную фамилию. Там, где много всего на свете, я не могу его отцепить. Вот, и что-то мы... Блин, что, какой цвет попробуешь? Я так понимаю, вот этот тунец, там авокадо. Да? Да, тут тунец, похоже, здесь авокадо, здесь этот тунец, ну, тунец. А тут просто филе. Здесь огурец. А там что? Вот это просто, по-моему, морковка. Да. А тут рыбка. Давайте просто морковку съем. Угу. А тут просто рыбка. Да, просто рыбка. Угу. Не знаю, как они покрасили. А, это просто... Рисовая мука. Ой, рисовое тесто. Они его обмотали. Остренько. Ну, короче, мы выехали с магазина, и нам захотелось переехать в Ганновер. Давай покушать. Ой, попить. Так, я сейчас посмотрю ваш комментарий. Мы что-то написали, потому что я только-только выложила новый макбак. Глянем. Так, я твой попробую, Вики. Я уже так накидалась. Такая мясистая. Угу. Стоит, наверное, евро 10, да? Нет. Сколько? Меньше. Странно. Каждый набор там больше, не знаю, по 5 чем-то евро стоит. Вы так аппетитно кушаете. Аида Гайдарбекова пишет тебе привет. О, мы любим покушать. А, Акмарал Хиоми тебе привет пишет. Авигуша тебе смайлики. Приятного аппетита, забегайте на мукбанг, посидим, поедим. Наргиза Балиева пишет, вау, как вы прекрасны. Спасибо большое тебе, Наргиза, привет. Валерия Кузьмина, привет. Кто-то из вашей семьи знает немецкий язык? Я. Никто у нас не знает язык, мы в Германию приехали. Только я. Да, Авигей пошла в садик, более-менее там. Через два дня пойду. Мы сегодня выучили предложение «Music Stop Spiele». Мы с чем не знаем. А что тебя я? Ой, садик. Угу. Новый зна, через два дня. Короче, с понедельника. 8 марта в Германии прочитали, мы не отмечается.
луком попробуйте. Угу. С луком? С луком. Он не острый? Нет. А ты пробовал уже? Я попробовал вот... что это, с лососем? Нет, ты попробуй, скажи, острый, не острый. Это остренький, да, я пробовал. А вигей, вот этот, который мы хотим взять. А, вот это? Кстати, что-то разваливается. Ты мне капал. Ну, острое, но я... Здесь там имбиря чуть не было, или я не разглядела. Ну, сами есть. А вот здесь прикольно. Дай тебе вилку. Вилку дай тебе? Ну, возьми руками. Короче, на травочку роллы. Рис переварим. Эти роллы, они не выдают их сразу, то есть они у них лежат. Как, лежат какое-то время, поэтому они их варят, рис варят более, чтобы они не разваливались, он не высыхал. И они побольше уксуса добавляют рис. Ну, другое дело, да? Ой. Вот. Ну, лучше поэтому... Лучше возьми его полностью целиком. Они подешевле, чем... Ничего страшного. Ну, типа вот, если так заказывать. Ну, типа суши-маркетом. Только немецкого. Это с тунцом? Я с тунцом съем. Я сырой тунец люблю. Там на самом деле очень мало. Ай. Ничего нету. Сой добавить? Не еще нормально. Можно не сок. Не сок. Давай. Не сок. Не будешь кока-кола? Кока-колу будешь? Я не против. Я плакаю. Ну, можешь есть, но немножко островато. Вот это с луком острый? Не, не сильно, не слишком слегка, а, ну, чуть-чуть. Не чуть-чуть. Попробуешь этот пирожник? Ноти? Да. Ну. По идее, там должен быть маскарпоне внутри. Попробуй. Должно быть вкусно. А там есть тут еще? Что-то мне эти палочки неудобны. Не знаю почему, у меня пальцы ломаются или скользят они. Ну, куда ты пошел? Я за вилку. А ты рукой, да? Ну. А, мочи так. Ну, видите, какой мягенький. Сейчас папа руку уберет. Было еще типа шоколадное. Ничего. Вкусно. Сладко? Да, ну, ты не угадал, что там может. А что там внутри? Там хуйня. Не маскарпоне? Все попробуем. Смотрите, какая мягенькая. Мне кажется, она очень вкусная. Папа бы, да. Вкуша? Нежно, пополам. Да, с мамой скушаю пополам. Дай. Да, это маскарпоне. Ну, кушай, половинку мне оставь. Я тебя ждала, вот это откусила. Да, это вкусненько. Там внутри маскарпоне, и еще вот они же еще какую-то там желешечку положили. Вот такое нежное. Прям, наверное, штук 5 сейчас съел таких. Ну, я взяла на пробу, увидела у них в лавке. В тот раз не было, у них вообще очень много появилось. Какие-то еще рисовые с какими-то этими. Это очень вкусно. Ну, кстати, если у нас есть эта же сетка, ты говоришь? Нет, не эта. Ты же говорил. Вот, мы подъезжали, и ты говорил, что это то же самое. Что и Family. А это как называется? Не знаю. Мне кажется, там другие чуть-чуть. Ну, чуть-чуть или другие, не может быть, чуть-чуть другие. Они либо такие же, либо другая сеть. Вот называются. Суши Дели.
Если у вас такие же, значит, у них есть тоже, наверное. Наелась. Так, еще посмотрю там. Еще есть. Так, молодцы, везде путешествуйте. Ну вот, стараемся. Дин-дин, не всегда там путешествуем, где хотелось бы. Ну. Так, вопрос. Вы квартиру от Дин-дин Филин снимаете или свой? Очень интересно. У нас в Германии это съемное жилье. И, в принципе, везде, где мы жили, это съемное жилье у нас. Так, вам нравится такой формат, милая-милая написала. Вот, а там что-то... Есть вода. Про улиток. Там написали, улитки, наверное, с какашками. В общем, которые мы улитки ели, вот честно, я не знаю, как их чистят. Я вот, например, тоже не люблю креветки с какашками, мы их чистим. Я, например, обратила внимание, что здесь продают либо чищенные есть, либо уже вареные, но не чищенные. То есть есть те, которые спинка порота, видишь, замороженные креветки. И такие берешь. Да, я беру такие. Потому что я их потом чищу. Но кто-то не парится ест, ну потому что там... Ну, другое же они переваривают, то есть у них как-то немного другая, не как у нас, не как у человека, какашки. Вот. В тему вообще. Еды. Ну, в общем. У них какашки, но не такие какашки. Да. И мне кажется, что у улитки то же самое. Вот сюда. Вот, а эти улитки, они были уже готовы, это французские улитки. И, как бы, я не знаю, чистили они их или нет. И вообще, чистят ли улитки от вот этого вот всего дела. Не могу сказать. Ой. Вот так вот. Ребятки, эти с крабом палочки? Ну, не только там. Огурчики будут. Авокадо даже? Вот это чуть-чуть острое. Ну, ты можешь есть, ты сможешь. Я вообще прям чуть проголодался. Мне палки понравились, такие классные. Чуть вилку не съел. Ты? Решили завтра жарить. Рыбу на гриле, спаржу я купила. И креветки. Не королевские, которые вот еще больше, следующие идут. Их обычно с хвостом и с лапами продают. Кедровые? Ну да, это следующие, это эти кровые идут. Здесь-то все на немецком написано, я поэтому не знаю. Вот. Я еще одну съем и все. Я. Ну, честно, я мороженое не хочу. Ты хочешь мороженое? Угу. А? Ну, иди за мороженым, давайте Авигей откроет нам одно, посмотрим, какой будешь. А ты какой он открытый? Давай, Рафаэл. Да. Мне кажется, Рафаэл интереснее. Вот это? Угу. Я как раз острое убрал. Это Рафаэла выпускают или они скооперировались? У Рафаэла взяли. Ну, написано же Рафаэла. Полностью все. Даже на палочку. Ферреро. Да, это Рафаэл. Вот такая пачка. Давай, показывай. Вот такая пачка.
начну снизу. Он пахнет вкусно. Уже кокосом пахнет. Палец мой. Болит. Ну давай, покажи. О! Можно на круглое? Я больше покажу. Полетела последняя. Вот смотрите. Вот смотрите. Ну, давай, давай кусай. Расскажи нам, насколько это вкусно. Просто интересно, внутри просто мороженое или кокосовое? Нет. Это смузи, коконат. И какой-то фле. Шоколадный вкусный. Что за слово, не знаю. Айскрим. А что такое вот это слово? Айскрим? Айскрим. Флеворит. Флеворит? Айскрим? Это значит. Айскрим. Айскрим это... Да, я такой шутик попробую. Айскрим это... Без белого. Белый шоколад. Да, получается внутри... Это не тупо пломбир какой-то, а какая-то более такая нежная, мягкая консистенция. Вот это вот типа смуз, как она, да? Типа смузи из этого. Да, я попробую тоже. Ну чё? Ну тебе чё? Все вкусно. Ой, так наелась, аж сердце закололо. Ну, попробуй. Я сейчас мороженое попью, вену, попью воды и съем вот это. Хорошо, я тебе оставлю. Ну что, заканчиваю? Ждем вас на следующем банке. До новых встреч, пока. Чао, какао.